года. Тот Excel-ка был, который прототипный у тебя. Но прототип, мне кажется, был больше. Меньше. А меньше? То есть этот размер побольше, но я бы взял еще побольше. Ну, чтобы такая прям баскетбольная. Да, 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 я помню, баскетбольная. Привет, друзья, мы тут заняты обсуждением это фэшн с Ромашин и Руслашин. Привет всем. В общем, что мы тут встретились? Да, Ромка улетает в Польшу выступать опять послезавтра. Твою мать! Пора бы записаться в спортзал. Вот, я улетаю тоже послезавтра на чемпионат России как гость. И, в общем, сегодня у нас тренировка круговая. Сейчас мы накачаем Ромку за одну тренировку. Посмотрите, на самом деле, как можно выполнить именно круговой тренинг на верх тела. Будет максимально, так скажем, пампово. У вас будут потрясающие ощущения. В разных моментах может быть эффективна такая тренировочная методика. Либо у вас нифига нету времени, но надо качаться. Либо если у вас скоро соревнования и вам нужны круговые тренировки. Начинаем мы со сведений на грудь. Почему не гантели, почему тренажер называется обычно очень смешно в залах американских пекдек. Пекдек, да, вот. Что это значит, я не знаю. Чем он мне нравится? Вот этой финальной точке, если мы не ставим вес, есть постоянное напряжение. Я не устаю твердить, как попугай, что постоянная нагрузка на ваши мышцы является одним из определяющих факторов мышечного роста. Поэтому я вас прошу, не упускайте эту возможность. Держите мышцы постоянно под реальным напряжением на сопротивление весу. Это будет максимально эффективно. Я вчера качал грудь, поэтому, если честно, мне пиздец как больно. Но я терплю. Я терплю. И опять же, будет полезно, потому что у меня турнир намечается через 10 дней, по-моему, в Эмиратах. Но мы об этом с тобой не можем подробно распыляться, иначе потому что может не срастись. Если все срастется, будет очень весело. Киево, который? Сейчас расскажу, сейчас я расскажу. Тебе, если все срастется, будет очень весело, вот, а если не срастется, будет пиздец, потому что мне придется делать очень маленький вес. Вот, если я сделаю маленький вес и меня не допустят, это будет... Это будет красивая фотосессия, видимо. Высота хорошо, локти подсогни немножко. Чтобы, да, вот. Ага. Если бы Ромка был в более секси майке, вы бы, конечно, видели, как у него струится и волокнится грудь. Но не увидите. Либо только... Вы увидите, вы же попозируете. В конце мы накачаемся и позируем. Быстрее. Чуть-чуть более динамично, чтобы уложиться в 35-40 секунд. Мы постоянно дышим. Хорошо, когда нет гликогена, особого такого сильного жжения нет, да? И ты спокойно выполняешь эти вот как бы повторения. Все равно, когда гликогеном наполнен, такое жжение прям... Ладно, это первый подход. А потом тем более, когда разогревается, жжения нет. Я, кстати, тоже особо-то углеводы не ем, потому что я не знаю, по какой неизвестной причине я взял и очень резко вырос. Я сейчас вешу, ребят, постоянно почти под 100 килограмм, при том, что на животе вены. И вот, да, когда это было-то? Наверное, дней 10-12 назад на Мире. В общем, да, я нифига сам не снимал на Мире, потому что я был один, и я так и думал, сейчас будет офигенный контент. Ну, примерно в момент, когда нужно было начать делать вес, я понял, что я умираю, мне плохо, я ненавижу весь мир, и контента не будет. Но я жду кадры от организаторов. В общем, потом что-то мы сфарганим, вот, чтобы вы знали, что я молодец. Дело не в этом. Дело в том, короче, я еле-еле влез в свою категорию, и в день взвешивания мне пришлось еще 2 килограмма высиживать в сауне. Кстати, если что, приблизительно 2 килограмма жидкости уходит в сауне за 3 часа при температуре 85 градусов. Вот, можете на такие цифры рассчитывать.
Ромыч, у тебя есть какие-нибудь данные по твоему опыту, сколько у тебя уходило? 3 килограмма на мире с 92 до 89, когда я сливал, у меня ушло за 40 минут. 3 килограмма? При температуре, да, где-то 90-100, обычный разогрев сауны. Быстро уходило? Очень быстро ушло, при условии том, что я делал заходы где-то по 7-8 минут, и после каждого захода выпивал маленький стаканчик воды 150 миллилитров. То есть очень циркулировало воды много, и 3 килограмма, да. Но они ушли за счет чего? За счет того, что я подготовил вес, и мне сказали, что регистрации сегодня не будет. Ну, я заранее хотел зарегистрироваться. Я сожрал 10 круассанов и выпил 3 литра воды. Соответственно, вот они все эти 3 килограмма. А через 2 часа мне сказали, что можно будет сегодня зарегистрироваться, и я благополучно пошел в сауну. Причем за день у меня получилось слить почти 4 килограмма, потому что на регистрации был я 88-200. Хорошо так. Хорошо, умирал. Умирал. А в день соревнований... А у меня на... Говори. Я пока подход сделал. Давай. А у меня так наоборот, видите, я не пил с 6 часов вечера предыдущего дня, уже не ел, не пил, чтобы вес сделать, и проснулся на 2 килограмма все равно больше, чем нужно, а я очень рассчитывал, что за ночь у меня все выйдет. Поэтому у меня эти вот 2 килограмма выходили долго. Я реально только выходил взвеситься, я с весами пошел в сауну, просто выбегал, проверял там по 200, по 100 грамм, что уходит. Аккуратненько полотенцем собирал с груди капли пота, боялся, вдруг пот обратно впитается в меня. Ну просто реально хреново. И в общем, мне еще фартануло безумно. Сейчас-то уже можно рассказать? Соревнования прошли. Я поехал за полчаса до начала регистрации встать на весы, которые будут, ну, официальными. То есть понимал, мало ли, плюс-минус, думал, если что, там же в отеле, где регистрация, опять пойду в сауну. В общем, я приезжаю, меня, во-первых, не хотели пускать. Стояли особенно, конечно, иранцы, индусы, они за мной ходили по пятам постоянно, сколько я вешу и так далее. Пускать не хотели. В общем, я выключил режим понимания английского языка, включил режим «пошли нахуй». В общем, короче, разделся, просто в лобовую прошел на весы, стою, все четко, уже получилось 89,9. У меня внутренний праздник, и в это время подошел мой друг Тимур и говорит: «О, Рус, давай снимем, говорит, на видео еще раз». И он даже заснял дополнительно, что вес четенько. А сидела девушка из Индии, по-моему. И она такая чуть запуталась, короче, взяла, записала мне вес на листочек, поставила подпись, спросила категорию, я сказал бодибилдинг, и дала мне листочек. Типа говорит: «Гоу». Я такой: «Ну ладно, гоу». В общем, я зарегистрировался, на самом деле, вне очереди, потому что должен был идти после Индии. А это очень... А индусов было 90 человек. А по Намире у них по алфавиту, короче, регистрация. В общем, я, на самом деле, зарегистрировался еще в 3 часа в самом начале. А страны, которые шли после Индии, регистрировались в 8 вечера. Вот, если честно, я, наверное, к 8 вечера бы, конечно, выжил, и все было бы окей, но было мне страшно хреново, потому что обезвоженный я был просто в усмерть. В общем, мне фартануло. Мне фартануло, потому что я непонятного цвета, национальности. В общем, народу было мало, девушка мне дала листочек для регистрации. И, в общем, как-то я так вот не совсем честно зарегистрировался. Ну и ладно. Ну как нечестно? Вес сделал? Нет, вес сделал. Ну все, единственное, что просто, ну, пораньше зарегистрировался. 6 часов разница, 6 часов? Охуел. Это круто. Это круто, на самом деле, когда ты чуть-чуть раньше регистрируешься и начинаешь кушать. А сколько Руслан был в день соревнований на сцене? А, точнее, мне даже интересно, сейчас у него будет спросить, сколько он был накануне дня соревнований вес после загрузки, вот, и в день соревнований. Вот, очень интересно, потому что он был нереально большим в своей категории, вот, и даже категория 100+, на самом деле, вот они там три спортсмена, 90 победителей, 100 победителей, 100+ победителей. А Руслан не то, что там не терялся по объемам, а поддергивал. Давал даже. Сейчас два чемпиона мира стоит. Да, два чемпиона мира разных федераций. Я там, я, может, и поддергивал, но что-то, короче, меня передернули. Я абсолютно не выиграл. Короче, в общем, когда я начал, друзья, поняли, да, я зарегистрировался 89,9. В пике загрузки я был 97. На соревнования я уехал 95,7, пару раз посетил туалетную комнату, в общем, думаю, на сцене я был 95. По мне, ты мне, по-моему, или в сторис ты выкладывал фотографию, что ты 99 был.
А, ну может где-то 99, когда пил очень много. У меня было... у тебя, да, 90, потому что просто я помню, что ты мне 99 именно фотографию скинул. Нет, такое, это такой... было, да. А нет, он зарегистрировался? Нет, ты зарегистрировался и... Вот я выпил много, да. То есть, ну, в кондиции я был 97, ну, и вот 95, понял, да. Но... 99 я, наверное, был после регистрации, сразу там уже на следующий день. Просто, ребята, мир шел 3 дня, я выступал на 3-й день, и то есть у меня было много времени. Для манипуляций, для загрузки. И это очень круто, когда ты углеводы и не боишься пить при углеводной загрузке. Организм очень хорошо компенсирует. Если даже вода идет под кожу, у тебя есть какое-то время сделать манипуляцию, чтобы ее убрать. Ну, что, в принципе, человека со знаниями Руслана, а таких немного, в принципе, получилось сделать без проблем. Получилось прямо очень хорошо, но мне лично было крайне плохо по самочувствию. Особенно вот этот с весом, влезанием, прям было плохо. Из бонусов опять не было судорог, все было отлично. Гармошку убрал я за 2 дня до регистрации, кстати. А после регистрации обратно ее подключил. Но мне просто сказали, видите, уже первый день же шел соревнований. Разные категории, там эти мастера и так далее. В общем, мне сказали, знаешь, говорит, по судейству очень обращают внимание на такую наполненность. То есть, как будто, что ребята побеждали... Там давали предпочтение, естественно, в кондиции, но при этом таким более, ну, скажем, сочным, я не знаю, правильно даже выразиться. Вот. Ну, в общем, я решил послушать совет и сделать форму такую сочную, при этом качество получилось максимально для меня возможное. Но скажу одно, у иранцев что-то с кожей. Вот они стоят, у них, знаете, у них кожа на ноге вот такая вот. Нет, честно, кажется, у них тоньше. Вот чувак, который абсолютку выиграл, он был кривоватый, да, у него там талия не такая. Но, ребят, но он стоит, у него кожа просвечивает, у него будто бы вена целиком такая, трубка под кожей перекатывается. Это я не знаю, что, как. Может, погода, климат, какая-то жара. Может, генетика такая именно, вот, ну, структуры кожи. Ну, мы 100% более толстокожие. Я так вообще как сломанное такое ощущение. Ну, в сравнении с ними, да. Вот у меня такого нету. Но я был самый красивенький, я был такой прям, статуэтка. Мы еще подход делаем. Мы еще подход делаем и жмем потом наклонной скамье. На ключице. Причем достаточно таким узкой постановкой рук, чтобы дать длинную амплитуду на растяжение. Что-то зажгло. Зажгло, значит, говори, хорошо, да, пошло? Зажгло. Давай сразу, вот сразу без отдыха. Прямо сейчас, ребят, сразу без отдыха мы идем на жим. И понятно, сейчас будет утомленка, поэтому держим тут пятнашки. Потом, когда Ромка отдохнет, мы добавим вес. Сейчас сразу поехали на 20 повторений. Мизинцы на риске, чтобы в отпуске. Опускаем, ребят, опускаем мы наклонную штангу вот на эту точку. Локти в сторону? Локти, да. Дышим. Прям натягиваем грудные. Есть? Да. Ватт в тренинг уже. 13. Я не считал, поэтому давай заново. 13. Не давай уходите, опускай его на линию. Ага, вот. Давай чуть-чуть, да. Вот, вот тут, ага. Красавец. Сила. Сила небритых подмышек. Да. Небритых подмышек и это. Вес добавлять не надо особо. Не-не, сейчас мы добавим по десятке. Просто видите, было без отдыха. Там 20, тут 20, много. Но сейчас мы выжимаем мышцу до конца. Кстати, Ромка очень хорошо по весу подходит. У него четко организм реагирует. Знаете, за неделю такой, ладно, будем сливать воду. Вот. И очень хорошая кондиция. Надо рассказать вам одну вещь, наверное, простую. Вы должны не забывать, что мы изначально уже... Когда мы готовимся, мы кучу времени, с мая месяца мы на подготовке, оба, потому что первый старт был Португалия, а это было, еще лето было, июль, серьезно? Середина июля, Леха говорит,
Леха-то помнит, Леха был в Португалии, потому что, и мы там потеряли ключи от машины, да, долбоеба. Вот, ладно. Он больше долбоеб, у него вообще визы не было. Но я сделал полностью слив, загрузку, то есть полноценный старт, грубо говоря. Вышел он, да, он вышел. Он вышел, некоторые даже по Инстаграму посудили и поставили его в топ-3. Вот. В чем они были правы. Итак, ладно. В общем, мы очень давно на подготовке. И турнир уже совсем не первый по счету. И знаете что, я очень горжусь Ромкой, потому что, блин, другим спортсменам тяжело. Они бы уже изнылись, они бы уже что-нибудь отменили. Вы сами знаете, в каких условиях, через что Рома прошел. Время подготовки. Не слился, не сдался, не пытался этим оправдываться. Вышел, приехал в Польшу, насовал вот так вот всем ребятам, другим профессионалам. Кстати, вчера показывал фотки Костину. Типа, я говорю, Ромка, единственное, говорю, самый пиздюк, говорю, мелкий. Все длинные там обычно, говорю, категории. Вот, и листаю. Он такой смотрит, говорит, а что он, говорит, не первый? Он же тут первый во всех сравнениях. Я говорю, он просто не модный. Прическу не сделал. А будешь выбривать себе? Паутину? Я примерно в такой прическе поеду. Нормально, мужской прическе. Завтра. Что, давайте по десяточке накинем? И на 15. И на 15. Если что, я сделаю становую тягу. Да. Скорее всего, так сейчас и будет. Я, просто, ребят, делал вчера по груди то же самое. У меня вот на этом упражнении просто грудь, она выключается сама по себе в каком-то моменте движения. Как бы ты так работаешь, хоп, и нет груди. О, взрывным наверх. И дышим. Полпути есть, давай. Можешь, сила. И разик со мной. Красавец. Поставил. Держу. Ты на 10 делаешь, на 11 уже прям такая, как будто давить начинает. Вот, да? Я же говорю, хоп. Оно прям выжимать начинаешь. Именно вот тут горизонталку жмешь, ты понимаешь, сейчас я устану, можно поставить, можно попросить помочь. Тут ты не чувствуешь момента по неизвестной причине, где тебя выключат. Так, два дня подряд, конечно, все это выполнять, наверное, максимальная дикость, но ничего. У тебя... Безумие и отвага, это просто мой девиз. Кредо, блядь. Заебись. На гарантии. Ну, типа 16, я что. Я тоже считаю. Да. А, взял себе же ноутбук. Я видел. Не Apple. Я в камеру. Счастливый. Не Apple, да. Максимально все просто на винде, прям кайфово на самом деле. Офигенно? Вот, да. Счастливый. Сколько? Короче, это Acer Nitro 5. Вот, но его, короче, уже... Звучит по-качковски. Да. Его в магазинах уже не продают, ну, то есть в той комплектации, в которой я его взял. Я его нашел. Нашел его на Озоне. Вот, он в одной, в единой штуке, так скажем, был. Вот, я его заказал. Получается, стоит он 99, на Озоне была 15% на него скидка. Вот. Ну, и вот, получается, 86 тысяч рублей он мне обошелся. А... Core i7, 4-гиговая оперативка, вот, ну такой, он нормальненький для ноутбука, то есть тянет прям очень хорошо. А, оперативки 8, видеокарта 4 гига, да, видеопамять. Завтрак, как Руслан рассказывал, сегодня был 6 яичных белков, 1 целое яйцо, ну, огурцы, помидоры, вот, грибы, я их как бы не считаю там за углеводы, за белки, там ничего нету в грибах, по-моему, в шампиньончиках.
И по дороге сюда съел батончик генетики. Это все на батончике просто. Вся энергия. Потому что, ну, завтрак был 6:30 утра. Я тоже давно ел. Ты тоже, я ел. Если что, это думаете, один он тут страдает? Нифига. У меня на завтрак был стейк. Без нихуя. Просто стейк. Вот. И причем потом... даже он его не готовил. В пизду, думаю, блядь, все не наемся, так сырой его зажрал. Не, с кровью, но это теплый, глядь. Не, если теплый, потому что я его тогда делал, эти гриль пищат, такой, пип-пип-пип-пип, стейк готов. Я такой, стейк готов, такой в тарелку кидаю, и дочка с второго этажа такая, папа, ты где? Я такой, видимо, стейк будет такой себе. В общем, ладно, стейк я сожрал, и тоже съел грибной суп. Ну как грибной суп? Это, короче, бульон от говядины, грибы, перемолотые в такой в крем-пюре, и кусочки мяса, и все тоже. Такая вода с грибами. Просто я тоже пипец здоровенного размера. То есть я какой-то, блядь, вот такой, и вес никуда не хочет уходить. Вот, такая же хуйня. Но только я не вот такой. Ну это я для себя. Это я для себя, и во сне я вот такой. Я самый здоровый по версии моей мамы. Выжимаю также полностью. Да. Дотягивай до грудины. Вот смотри, полностью. Я даже расслабил руки сейчас. Да? Потом он не касается. Хорошо, я понял. О, коснулась. Широчайше включай. Считаешь? А ты? 14. Да. Ну вот, все равно 20 надо было, все, не зима. Потом поговорим. Не могу. Да, примерно так и произошло на 15-м год. Отказ. Все, как я и говорил. Теперь мы добьем грудные передние дельты. Пойдемте, я вам покажу, потому что названия у меня для этого безумия нет. Ненормальные люди не написали книжку с моими упражнениями. Поэтому я не могу нормально их называть. Следующий бизнес-проект будет книжка. Да? Почему нет? Да. Getting Pump. Так она и будет называться. Маечки. Ну давай без маечки. Ну типа заодно и не придется потом позировать. Ну не, придется все равно. Смотрите, у него пресс. Видели, у него пресс вот так вот это решил засечься. Уровень выпирать. Так, двенашки, да? Он напампился, здоровый сейчас будет выделывать. Если ты взял двенашки, то ты берешь двенашки. Пятерки. Да? Важно корпус, чтобы был прямо, чтобы была вот основа. Постоять красиво? Да. Похоже. Просто грудь на пригнал. Уже тут вот. Как тебе это упражнение? Чувствуется ли напряжение в грудных? Как напишут, что это на грудь не работает? Ну там же все прекрасно видно, даже визуально прожимается. Ну, для тех, кому не видно, ну. Для тех, кому не видно, скажи что-нибудь полезное. Все в классе. Делайся, ребят. Это к вопросу, с чего там пампить можно? Голодный, не евший. Углеводов нету от слова, вот прям, ну, совсем практически. Я не знаю, ну 70 грамм углей из хлебцев, которые я в день съедаю, ну, блядь, при условии моей затраты, а это где-то 2-3 часа кардио в день, вот, и силовая тренировка, час-полтора. Эти углеводы, они, мне кажется, пока я до зала дохожу. Ну, причем я эти углеводы не ем за раз. Эту пачку я в течение дня по пару хлебцев каждый прием. И все. Ну, пампить. Это все рейдж. Цитрулин,
Аргинин, бета-аланин. Это как по 7 грамм. Фатеева. Фатеева решили бы там дохуя умные постебать, да, когда он сказал, что типа, а что мы сегодня выпили перед тренировкой? Ребята, Виталий правда первый раз в жизни пил предтрен генетика, он нахрен не знал, как он называется, он просто спросил в раздевалке, что мы там пьем, кстати, с Лехой краски мы и пили, он говорит, что это у вас там? Я говорю, предтрен, дайте мне, насыплю, он говорит, о, говорит, вкусный, насыпьте еще. Так все качки почти делают, вот, и да, он просто хороший предтрен, он работает. Поверьте, вот то, что Виталий не бог рекламы, мы в курсе, спасибо. А он в команде, чтобы поддержать спортсмена. Я правда считаю, что у него еще есть время и возможности успешно выступить. Хотя мне куча народу написала там в личку после нашей встречи, что все, пипец. Короче, ему это в зал славы, как бы бодибилдинга, и больше делать нечего. Я так лично не считаю. А, опять же, я никакого участия в его подготовке в данный момент не принимаю. Да, если он обратится, то без проблем. Но я думаю, что при должной, скажем, питании, поддержке и тренировочном процессе у него еще есть шансы на тот же уровень выйти, которым он был, и даже можешь, ну, чуть повыше. Действительно, на мой взгляд. А, в общем, кстати, вот предтрена, он не бог рекламы, правда, человек просто, вот ему понравилось, работало хорошо, все были в хорошем настроении за счет того, что мы делали съемочку, хороший день, свободный зал, хорошая компания, вот и все. У вас слишком много негатива. А, ребята, я вот так думаю, если у вас очень много негатива, вот там в углу есть крестик. Надо на него нажать. Если вы смотрите видосы с телефона, сбоку есть кнопка. Возможно, вы тупые, кстати. Вот для тех, кто там пишет гадости, вот для тупых. Кнопка, она выключает экран, не видно, не слышно. Меня нету, моего золота нету, моего успеха нету. Потому что вас-то у хейтеров чё? Вы неудачники, ебучие. Даже, скорее всего, вам за себя стыдно, потому что вы себе даже имя не пишете, да? Кто вы такие? У вас на аватарке какая-нибудь херня. И родителям за вас стыдно, что такое говно выросло. Поэтому, ребят, крестик нажмите и уйдите с канала, вы не нужны. Ваше мнение, правда, никому не интересно, потому что вы недостойны его высказывать. Все очень просто. Ты не понимаешь, что они этим живут? Ну, по факту, они живут тем, что они ждут этого ролика на самом деле. Они ждут, чтобы там что-то такое написать. Ну, это такая категория людей, и слава богу, что вы есть. Вот. Я не хочу, чтобы пока, они есть. Пока вы есть, скажем так, это... определенный такой маленький повод нам двигаться дальше и развиваться. А вы также пишите эти плохие комментарии. Вот. Это как бы помогает нам стать еще успешнее, как минимум в ваших глазах. Вот. Потому что чем более успешный человек, тем больше в его сторону льется различного рода негатива. Вот. Но на самом деле в мире и так этого негатива очень много. Вот. И как бы сейчас в цене и в моде, так скажем, определенное уважение, да, респект к людям, доброжелательность, отзывчивость. Вот. Это в моде при любой погоде. Вот. А хуями крыть и всякий негатив писать, это каждый может. Вот. Я вот сейчас офигенный видос с Ромкой выложу и отмечу то Польскую Федерацию и все остальные, чтобы... А то это Ромка смотрит, там все фотографии посылает, но каждый день кого-нибудь, типа там, Рус, вот этот едет. Я, чтобы вы понимали, я не отслеживаю никаких спортсменов, я не слежу за подготовкой, чтобы не засорять себя. Они, сука, вылазят. Меня постоянно кто-то где-то в сравнении их отмечает в сторисах каких-то. Меня постоянно где-то там что-то... И просто я смотрю, и там состав участников достаточно сильный. 15 человек будет, в том числе и 2 топа Олимпии. Майк Зоммерфельд, который 7-7 стал на Олимпии, и 5-й, который стал на Олимпии, вот он что будет. Поэтому, ну, прикольненько, прикольненько. Мы туда едем тоже не статистами. Ну, то есть я еду туда бороться за топ. Ну, я-то статистами, если что. Он бороться за топ. Шуточки, ладно, шуточки. Не, на самом деле, я вообще Ромку своего переживаю один-то отпускать из дома. Ну ничего, сказал, Рус, говорит, ничего страшного, я все приготовлю дома, заморожу, говорит, я из номера выходить, говорит, вообще не буду. Я буду сидеть, говорит, дома, еду возьму все с собой, в магазин ходить не буду, с незнакомыми разговаривать не буду. Если дядя на улице позовет кошечек смотреть в подвале, не пойду. Даже за конфетами. Даже за конфетами не пойду. Хотя, за конфеткой, может, и пойду. Вот, но единственное, что это водичку нужно будет докупить, и все. Я ему доставку оформлю домой. Местный? Да. В другом месте. Местный, поляк. Да, конечно, там все по-русски везде написано. Не, я ему жилье снял. Вот самое близкое, что было вообще по локации возле экспоцентра. Вот. В принципе, если
хорошая погода будет, он может даже пешком дойти, просто по навигатору посмотреть. Да? И все, поэтому, ну, должно быть все окей. Тоже симпатичненько, все красиво. Хотя в целом почти все арендное жилье в Польше с довольно-таки, ну, то, что я смотрел там по, с хорошим рейтингом. Не очень дорого. Адекватная и очень адекватная цена. Вот. Что могу сказать вам? Ну, сколько получается? 21 у меня заезд, 25 с утра, то есть 25 с утра, 22 на 23, 23 на 24, 24 на 25, то есть 4 ночи полноценно. Вот, а дали что-то мы в районе 12 рублей, по-моему. Да, это все. Цифры главные. Вот, да, 12 тысяч, и перелет обошелся у меня туда-назад 27. Вот, считайте, 27. А, это еще без багажа. 4 тысячи я за багаж доплачу в аэропорту. Вот, 4200, по-моему. Вот, там багажное место. Я хотел с ручной клади, с ручной ехать. Вот, а сейчас не могу найти эти все вещи, чтобы проплатить заранее. Там нету такой услуги доплатить за багаж. По крайней мере. Дороже. На 1000 рублей дороже было. Да на 1000 рублей, ё-моё, сваляю, блядь. Вот. Нет, 1000 рублей это тоже деньги. Это как минимум 2 килограмма корма моему кокосу, моему коту. Вот. Под текстом. Нет, он действительно реально радуется каким-то вещам. Он молодец в этом плане. Поэтому если он какие-то вещи делает и от себя что-то рассказывает, ну, он реально доволен чем-то или каким-то продуктом или чем. Просто вот есть такая категория людей. Мне кажется, Виталий Фатеев под эту категорию людей попадает, которые вот они в этой жизни, ну, безобидные, они не несут никакого негатива, вот, и по-настоящему и искренне радуются каким-то там новым вещам, новым ощущениям, и очень открыто о них рассказывают, поэтому какого-то скрытого подтекста, что там он в команде поэтому прорекламировал, нет, дело не в этом. Дело в том, что он, ну, ему понравилось, и он прям доволен был, и все. Но почему-то зрители, люди как-то всегда с каким-то злым умыслом, там, или проплатили, или что-то это самое, сразу начинают. Ну, почему нельзя вот как есть это все воспринимать, вот так, как это вот увидели вы, так это и воспринять. Вот. Я всегда, наверное, из-за своей тоже определенной наивности очень склонен верить людям и доверять. Вот. И поэтому я, допустим, Виталий, верю. Я верю тому же самому Шредеру, да, который говорит, что он без фармакологии. Ну, если он говорит, что он без фармакологии, ну, блин, я больше склоняюсь к тому, что он действительно без фармакологии. Да, может, пусть он какие-то там препараты, которые повышают собственный уровень тестостерона, принимает, не гормонозаместительные, а именно бустеры какие-то и так далее. Но я верю в то, что он реально в натурашку ебашит. И как бы у меня нет никакого негатива. Ну, говорит в натурашку, ну, все, окей, зачем? Вы пытаетесь что-то доказать, что он пиздит и так далее. Какая разница? Что вы приняли? На одно. Ага. Да, вот? Но. Мало. Это же круговая. Делай. Пампинг. Пампинг. Ух. Делай. Детка за ревку. Держим ромку. Что, вперед? Вот так, да. И локти повыше. Еще. Ну, упрись туда ногой куда-нибудь, и все. Да подойди ты к ней ногой, упрись одной, будет нормально. Вот эта штука, кому-то там интересно, сильно не вытягивай, чтобы не висело. Вот. Эта штучка, ребят, работает. Тут не видно, тут еще трапециевидная. На самом деле, еще средняя дельта очень сильно ассистирует. Вообще, это очень хорошее упражнение. Я что-то Ромке до хрена навешал, но он, мужик, тянет. У нас так всегда с ним на тренировках, блядь. Я чувствую, что не вывожу, но это же не Руслан делает. Значит, блядь, вывозишь, блядь. А что там, тяжело же. Ну, приходится вывозить. Поэтому... Что там будет перевешивать, я не понимаю. Ты, конечно, встал, блядь, туда. А ты выпрями корпус вперед. Зачем? И попробуй подержи его. А, ну, то есть, я себя на тренировках, в принципе, не жалею. Я стараюсь прям выкладываться на максимум. Вот. Но
всегда тренировка с Русланом, когда мы офлайн тренируемся в зале, встречаемся, это всегда, сука, боль. Как бы я себя не жалел, с ним тренироваться это совсем другое. А я его очень даже жалею, кстати. Очень даже жалею. Так, держится. На почте просто пока. Дома сейчас хожу. Руслан мне костюм свой подарил, спортивный. Genetic Club. Ну как? Серенький обычный костюм, да. И я сейчас, чтобы... Это у каждого спортсмена происходит в момент подводки к соревнованиям. Чем ближе к соревнованиям, тем больше мы смотрим на себя в зеркало. И нам кажется, что идет что-то не так. И из-за этого, все. Если... Ну, типа, да, это в голове просто. И из-за этого некоторые ребята начинают делать какие-то лишние манипуляции заранее. Или не слушать тренера и так далее. Я, чтобы максимально это все исключить, я вот дома сейчас хожу максимально в тепленькой одежде, вот, в костюме. Сзади написано «Руслан Халецкий». Тренер меня контролирует. Все. Я в капюшончике, маечка, костюмчик спортивный. Все, и в зеркало стараюсь вообще не смотреться. Вот сейчас, грубо говоря, я за 3 дня, за последний, первый раз вот на себя в зеркало сейчас вот в раздевалке посмотрел с... 17 числа. На терпение хватает. Вот. Как, специально. Вот прям очень хочется раздеться, прожаться, посмотреться. На терпение, Леха. Смотреть на себя невозможно. Я на мир собирался, я думал, куда я еду, блядь? 100 килограмм. Что-то непонятно. Вроде бы жира нет, а какая-то пленка. Чем это еще была? Простуда сраная, не проходит. Знаешь, будто бы вода не под кожей, она в коже. Вот такая вот кожа у тебя, вот слоновья. А потом что-то чик-пик, туда-сюда что-то произошло, и магия? Магия глубины. Вот Ромка когда начинает сливаться. Главное, чтобы фиксировал, видите? Вот. Видишь, таз оттягивает, сразу тут хорошо. У Ромки очень важен момент фиксации. На самом деле, даже судьи сказали, чтобы он постоянно держал живот, позы и фиксировал мышцы, чтобы не расслаблялся. На самом деле, мне то же самое сказали. Ну, бля, тут на мире они держали позы по 13 секунд. Да, потому что их там вряд ли сделано много. Там тоже собирался с тебя умереть. Не, шучу, конечно. Нет, но было плохо. Прям было очень плохо. Вот, еще шею щеманул. И у меня после задних поз, где заваривал, ну, напряжение шейное. Кровь в башку не шла, было кислородное голодание. Вообще максимально ужасно. Чемодан на голову упал. Чемодан на голову упал мне в самолете, когда я летел в ту сторону. Если, может быть, на самом деле, то, что я щеманул во время позинга шею, это может последствия того, что чемоданом по башке дало. Я еще думал, так, ну, было больно, неприятно и смешно одновременно в самолете. Даже ни на кого не поругался, потому что мужик надо мной, ну, вот полочки. Он убрал чемодан, все на месте, я сижу, полки у всех открыты. И просто сиденье, наверное, через 2 впереди дядька запихивал свои вещи. То есть он тут пихает вещи, и тут надо мной выпадает этот чемодан, а он бил битком, сука, пластиковый. И он мне прямо вот сюда, в надкостницу, углом, как херануло. И смешно, и очень больно. И не поругаешься ни на кого, ну там пихнуло, а тут выскочило. И, блин, короче, с приключенцами нормально. Без них никуда. Главное, что все очень успешно закончилось. Дочка очень довольна. И в первый же день отломала у этой статуэтки руку. Взяла куклу свою, говорит, я, говорит, поиграю с статуэткой. Ну, конечно, говорю, играй, это ж твоя. Слышу, хрусь, ой, папа, а где клей? Ну, там не сильно, только пальцы отломались, мы их так и не нашли, кстати. Самолет. Я каждую встречу жду на дороге. Мне тоже очень удачно сегодня в кассу круговая тренировка. Я вам скажу почему. Потому что, смотри, у меня уже покачано все, и все побаливает понемногу. Завтра я хочу сделать ноги. У меня очень насыщенный день, потому что утром бизнес-завтрак, клуба 500, потом тренировка, офис, собрать призы, подарки, дегустацию на Россию, на чемпионат. Соответственно, вечером поздно вылететь, еще приехать пораньше домой постараться с малышкой поиграть.
Вот, мы сейчас играем в Монополию детскую, ей очень нравится Монополия. Она у меня очень добрая, она со мной делится всеми своими карточками, и у нас рестораны все на двоих. Вот, или мы ходим друг к другу в гости. Ладно, это отдельная история. Вот. И сегодня круговая, она прям в кассу, общий тонус. Вообще я, потому что вчера все прокапался. Капал я цитофлавин внутривенно, глутатион, аминокислот 100 мл, аминоплазмарик, не помню, короче, жидкие аминокислоты внутривенно с октавегином. Сколько там у меня было? 200, по-моему. 5 мл по 40 мг. 200 мг. Октавегин смешал с аминокислотами. И туда же глутатион закатал в один баллон. А цитофлавин с физраствором чисто, потому что не уверен, что цитофлавин можно смешивать с чем-то, потому что там кислота янтарная. И я посчитал, что, наверное, кислоту не стоит вводить в белковые соединения. А там все-таки пептиды, белок. В общем, я, конечно, не смотрел осмолярность веществ, мне было западло. Я один раз так уже делал, ничего плохого не случилось, и нормально. Вот. Раздеться и перед зеркалом постоять сразу, чтобы мотивация была. Не, это было у вас. Она уже кончилась. Кончилась мотивация? Один красивый сторис сделали, да, и нормально. Так, ладно. Братик здесь и дельты. Дельты хочу в машине, в принципе, можете вешать десятки. 4 по 20 мы с десятками в дельта машине сделали. Вот так. Ага, кровать. Махачка. Видел, да, Корт в NPC? Да, конечно, видел, что Корт ушла в NPC. А что больше у нее, когда она ушла из ABB, сразу изменился тренер. Больше не это тренер у Корт. Правда, новый тренер у нее еще больше смеха и вопросов у меня вызвал. Она мне написала: ты же все понимаешь? Весь прикол, что я не понимаю, блядь. Я такой: что за хуйня? Вот. Ладно. Самое главное и приятное, что это, а, не мое дело, а, б, мне пофиг. Но было все равно интересно. А так, молодчинка, на самом деле она могла получить прокарту 100%. Просто ни она, ни, видимо, окружение ее не знали, какие нужны кондиции. Чуть сильнее слиться, и все, она была бы первой 100%. Ну и то она забрала там, по-моему, новичков, что-то еще. И, соответственно, свою категорию ростовую. И только в абсолютке не стала чемпионкой. Ну, с ее формой и внешностью я считаю, что прокарта у нее будет скоро-скоро. И как у всех спортсменов из СНГ, основная проблема в будущем у нее будет одна. Это виза в США. Потому что я уверен, что в должной кондиции квалификацию на главную Олимпию она получит очень-очень скоро. Чего, кстати, мы все ей, думаю, желаем. Вот. Ромка, Ромка, подружка, подружайка, спросим. Подружайка, да. Спросим, следил ли Ромка за коллегой теперь, коллегой. Важно, не коллегой, а коллегой из NPC. Кстати, вокруг нее же только все бегали в ABB постоянно. Ну, такая все-таки топ была и звезда, и, наверное, вылет продумали. Интересно, уже сразу же стала она никакая, бесполезная, фу, и нерукопожатная, раз ушла в NPC.
форму вы видели? Естественно, это заготовочка, перелет, загрузка, подводка, вес и сцена. Мы будем следить, найдем трансляцию. Ромка скажет, где она? Да? Да. Возьмем с Лёхой 100-500 телефонов с собой у меня старых. Есть что-нибудь организуем, не знаю. Поставим на 115 пауэрбэнков. Да, мы будем на России в это время, но будем максимально следить. Вам что-нибудь подключим. Постараемся, по крайней мере. Это все без монтажа. Короче, Лёха это склеит вот так вот, только вырежет, где мы это обсуждаем. Ну, гадости. Гадости про вас обсуждаем всякие. Вот, и все. И запулим поскорее, потому что случится все скоро. Ссылка на Рому внизу, вы знаете, нужно ему ставить огонечки, тогда Ромка будет более наполнен на сцене. Чем больше огонечков на сторис Ромки, тем лучше форма. А это что? А это лучший российский классик физик, который за нашу страну отдувается на про-арене. Скромный Ислам. Я же не про себя говорю, а про тебя. Всегда со скромным мнением. Все, друзья, такой получился ролик. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч после Польши.